Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья, я Алексей. Сегодня после длительного перерыва я возвращаюсь на карту Highway Howlin. Вот одно из первых, собственно говоря, заданий начинаю выполнять, доставить топливную цистерну. Попробуем прокатиться по карте, потому что, в принципе, я еще ее не осваивал. Ничего особенного не ремонтировал. В принципе, только собрал автомобили, которые были разбросаны по карте, с тем, чтобы можно было выполнять уже задание. Кстати, тайга, правда, она вот здесь иначе наименована. Крас. Ну, наверное, это и правильно. Там, не знаю, совпадает ли нумерация с маркой данного автомобиля. Но, тем не менее, вот первая прокатка. Как я помню, серьезные проблемы там, по-моему, в двух местах должны возникнуть. О, несет-то как на этих шинах, да. Нельзя, значит, разгоняться. Нужно развернуть. Надо сбрасывать скорость. Кстати, это большой минус игры на клавиатуре. То есть мы привыкаем сжать вперед кнопку, и мобиль разгоняется. В данном случае как будто достаточно шустрый, динамичный, набирает обороты. Понесся. А резина все-таки она не рассчитана на езду по асфальту, но с другой стороны одевать шоссейную наверняка сейчас попадем на бездорожье. Там будем с трудом выбираться. Так что палка о двух концах. Хочешь по шоссе гонять, значит, нужно шоссе надевать, резину обувать, вернее. Я думаю, что все-таки лучше придерживаться того варианта, что мы попадем на определенный участок бездорожья. Тут уже никуда не денешься, нужно ориентироваться на резину дороже. Но единственный способ только вот сбрасывать иногда газ, чтобы он не сильно разгонялся. Я, собственно, с чего начал. Клавиатура, она в этом смысле меньше приспособлена, конечно, и в управлении кнопками влево-вправо. Особенно это заметно в таких машинах, скажем, как БТР. Она постоянно гуляет по дороге влево-вправо, влево-вправо. То есть приходится править ее постоянно. В этом смысле на порядок, конечно, правильнее. Интереснее, наверное, проще однозначно играть на руле с педалями. Немногие решаются на приобретение, потому что на самом деле нормальные рули достаточно серьезных денег стоят. И, кстати, вот в GTEC, по-моему, у них ременные приводы, а вообще-то более дорогие модели других производителей, они применяют другой принцип передачи движения от руля на вал и так далее. То есть там, по-моему, шестеренчатый тип приводов применяется, что считается более прогрессивным, надежным, точным в управлении и так далее. Кстати, пока мы едем, много
говорил об одном, а все. Хочется похвалить карту, насколько она симпатично выглядит, насколько приятно. Так, по-моему, я проскочил поворот, да. Насколько приятно окунуться в зелень в летнем. Так, отворачиваем, ставим уже на 360 градусов, светится стелл. Не очень дает нормально вернуться, большая. Так, погнали. Вот видите, уже переходим на участок, где явно нам нужна как раз резина, которая сейчас и обута. Вот карта приятная, очень релаксирующий эффект оказывает. Катаешься по зелени. В других местах, где я проезжал. Собственно, если кто смотрел уже часть видео, где я показывал модификации, которые в игре появились, и для консоли новые, и модификации, которые были выбраны за июнь месяц и были призерами по версии разработчиков. Так вот, там очень много таких мест, явно предназначенных как минимум для отдыха, что-то типа небольших кемпингов, какие-то небольшие домики, где можно просто остановиться, отдохнуть, какие-то столики ставят. Очень в этом смысле карта приятно сделана, ориентирована на людей. То есть можно предположить, что вы оказываетесь в регионе, где люди не только работают, как нам с вами здесь приходится выполнять задание, но и приезжают, скажем, именно в эту местность на отдых, путешествуют на автомобилях. Ползем потихоньку. Грязь аморальная. Здесь я вроде бы должен был активировать уже получение. Сейчас перепроверим. На всякий случай, да. Это все активировано. Погнали дальше. Видите, пруды какие-то. Озерца. Очень симпатично. Лес окружающий кругом. Просто приятно. Может быть, даже вдвойне приятно было бы на этой карте играть зимой, с тем, чтобы отвлечься от зимнего скудного пейзажа за окном. Да и, собственно, у нас Амур был, да? Да и много у нас карт зимних. Да еще если эта зимняя карта совпадает именно с зимним временем прохождения ее, то удовольствие мало получаешь. Так, здесь, конечно, участочек опасный. Сейчас попробую за что-нибудь зацепиться. Приятно, ты едешь по лесу, солнце освещает ярко и дорогу, и сквозь лес приятные такие лучи проникают,
игра света в листве, в деревьях, игра солнечных лучей, видите, проникает. Отлично сделано. Видно, что разработчик отнесся очень внимательно к многим мелочам. Создал такую приятную атмосферу. Пока, конечно, я еще не сталкивался с проблемами серьезным бездорожьем. Пока что пробираемся. Ну и здесь вот, кстати, приятно, да? Вот видите, такой в основном хвойный лес. Как привыкаешь, у нас там хвойный лес, достаточно сухая дорога. Здесь едешь, только сказал сухая, тут сразу грязи подкинули на бутылочку. Нормально. Ну, собственно, куда же мы везли? Иначе смысла нет. Все равно приятно. Видите, такие просторы открываются. Холмы лесные. Очень хорошо. Чередование высоких деревьев, небольших, молодых, там каких-то сосен. В основном здесь вот часть. А где-то катался я, как раз упор был на лиственные березки стояли. Очень знаете, выглядит по-российски. Как будто наш пейзаж. Симпатично. Пока катимся. Катимся. Получаем пока что только удовольствие. В этом смысле я проходил карту Red Canyon. Она вроде бы тоже такая достаточно атмосферная, выдержанная в своем стиле. Но достают, конечно, одни и те же пейзажи такие. Саванна, что-то такое полупустынное. И кататься туда-сюда, причем там такие серьезные прогоны из одного конца карты. И опять же там через какие-то каньоны, такие серьезные уклоны. Немножечко устаешь уже от той карты. Здесь, я думаю, уже такого не будет однозначно. Поскольку даже сама зелень уже радует вас. Кажется, можно не применять лебедку. Протягиваем за собой. ССР. Пусть нет, да? Ну, уберем. А вот березки, пожалуйста, справа нарисовались. Едем.
стемнел, небо стало красным. Так, сейчас доедем, посмотрим на время. Красный. Да, еще чуть-чуть. Кстати, и топливо у меня уже не было. 130 литров. Тут еще можно где-то катануться, посмотреть. Какие-то задания, может быть, активировать. То, что рядом. Так, отлично. Посмотрим, сколько времени сейчас. Ну да, 19:24. Ну давайте на утро переведем. Посмотрим, как рассвет выглядит. Сверчки, по-моему. Так, посмотрим, что здесь. Что отсюда потом надо будет возить. Длинные бревна. Счетное количество. Так, сейчас заглушим, посмотрим. Что у нас рядом? Во-первых, надо бы прокатиться вот сюда. Интересно, пролезу я через лес. А заодно тут заданица есть. Еще тут. А, ну тут яр стоит. Это уже машина, по-моему, которую я нашел здесь на карте. Так, ну давайте, пока топливо есть, прокатимся, посмотрим, смогу я пробраться вот там наверх, куда-то надо забираться. Не знаю, насколько здесь лес густой. Ну, если что, в принципе, можно и яром подскочить. Тайга, я как помню, она хорошо влазит по горам. Не зря же это считается одним из лучших вездеходов. Вопрос только, насколько плотно посажены деревья. Почти добрались сейчас. Чуть развернемся. Правая площадка где-то. Тоже лично начинаем. Сейчас. Кстати, горы там, снежные вершины, отлично. Показывает такой обзор серьезный, далекий.
Так, ладно, теперь думаем, что нам катануться надо вниз. Позволит опять же мне деревья. А тут вообще-то перепад высот серьезный. И, кстати, вот переход на другую карту. Даже не знаю, может быть мне пока... Так, давайте я заглушу ее. Следить. Так, надо почитать потом задание, пока не знаю, стоит его брать или какое-то другое выбрать. Пока заглушим и пересядем, наверное, в Яр. Он там рядом находится, прямо на заправочке, то есть он, в принципе, свежезаправленный. Так, и вот сюда мне нужно катануться. Посмотреть, вот эти вот у меня активированы или нет. Нет, по-моему, нет их. Ладно, погнали. Устойчивее было. Вот. Кстати, о чем я говорил, здесь вот тоже есть домик как-то стоит слева. Ну, тут понятно, что как-то лесопилочка. Сейчас мы примем задание. Так, принимаем. Выглядит хорошо. Видно, что просто строение. В принципе, можно понять даже технологичность процесса. Что здесь выкладывают, ну, видимо, готовые изделия, перемещают каким-то образом. Наверное, вручную, хотя может быть какое-то приспособление. Судя по тому, что вот там провода висят, может быть трейлер какой-то есть. Так, это принимаем. Есть. Здесь, да, перепад высот, там на горку и на яре не заберешься. Так, ладно, смотрим на карту, что нам еще активировать-то. Здесь я не знаю, был ли или нет. Можно вот это здесь мы только что проезжали, этот участок активен. Вот тут мост, кстати, но он может быть... Здесь где-то бридж, да, сайт 1, сайт 2. Это нужно отдельно изучать. Так, куда бы мотануться, пока топливо, можно сказать, полный бак. Сейчас на дорогу выйду, прошу. Подумаем. Есть куда ехать или уже можно, так сказать, тайгу в гараж. Я не думаю. Так, здесь принимать нечего. Вот здесь вот трактор, по-моему, не принят. Да, трактор. Здесь заправочка, кстати, справа. Пока мне на ней не приходилось заезжать. Антенна есть, антенна есть. Вот здесь вот. Тоже, наверное, не
Тесс, только я не знаю, она здесь, Тесс еще. Малый трубоцемент. Ну, это можно позднее принять. В принципе, вот да. Вот это да. Поручение надо бы доехать, активировать. Теперь вопрос на чем? Практически рядом находится, только на разной высоте, наверху там на холме. Так, наверное, проще на Ярик катануть. Поставим точку, чтобы понять, что нам сюда общее направление. Разворачиваемся и поедем, активируем. Кстати, я его в гараж еще не загонял. Видите, багажничка, ничего нет. Я так вот на территории использовал. Тем более недавно заправился, но уже необходимости особо нет в частях. Приятно по асфальту прокатиться. Посмотрим, как ярная резина себя будет вести на асфальт. Пока вроде бы держит дорогу. Нормально идет, крейсерская скорость хорошая. Единственное, что у них тут на всех дорогах разметка. Если уж правильно ездить, то нужно тогда не посередине кататься. Это напоминает ETS. Больше ETS, чем American Truck Simulator. Потому что в American Truck там, конечно, ориентировано на большее расстояние. Ты преодолеваешь, просто едешь, наблюдаешь за медленно меняющимся пейзажем. Вот это вот как раз в стиле ETS. Достаточно частые какие-то здания, дороги, перекрестки. Лучше держит дорогу, нежели тайга, то бишь красно. К трактору привести. Хорошо. Так. Ну и даже не знаю, наверное, можно машинку оставить. Сервисный прицеп. Так, Транстар вот этот. Кстати, она вот в этом задании, где я только что доставлял цистерну. Он тоже с ней связан. Но я смотрю, засчиталось. Там был странная формулировка «доставить в гараж». Но дело в том, что он не активен. То есть я его подвез к гаражу,
Ну, так и остался неактивным. Даже интересно, сейчас что-то изменилось вот в Шевроле. Сейчас мы попробуем, я это заглушу. И сяду в Шевроле, попробую подъехать. Что-нибудь изменилось? Кстати, так, это у нас стар. А, он, наверное, активировался. Ну-ка. Да, он был неактивен. Не живой сейчас. Пожалуйста. Еще одно средство транспорта добавить. Правда, надо ремонтировать, да? Видите, у меня даже кабина раскурочена с правой стороны. И букву, по-моему, одну потерял. Даже не одну, а две. International должен быть. Интересно, после ремонта появится или нет. Насколько он будет автомобильчик нужен. Даже ничего пошел. Так, заглушаем. Послушаем дождячок. Зеркала есть какие большие. Кстати, а сигнал как у них? О, для такого автомобильчика более чем солидно. Отличный, как будто это вообще огромный какой-то грузовик с солидным низким сигналом у оборудования. Так, ну дождячок, видите, грибной дождик, солнце светит. По-моему, порвана кабина. Или как минимум хорошо вмята, не очень понятно. Но, во всяком случае, приложился правой стороной. Так, ладно, перемещаемся в гараж, посмотрим, что там с ним можно сделать. Простенькие колеса 39-е. Но полного привода у него нет. Если вдруг тут какие-то улучшения раскиданы, но пока что я ничего не видел, чтобы где-то что-то попадалось для автомобилей. Так что пока это, наверное, просто поставлю в гараж. Кстати, ну, здесь у меня много машин модовых, по которым я делал обзор, вот тот же Sandvik. Но кроме этого я просто хотел сказать, что вот здесь на карте вот этот Hammer 2 нашелся. Степ 310. International. Caterpillar. Это у нас DLC-шный, по-моему. Но, по-моему, да. Но вот этот Caterpillar точно здесь. Pacific тоже здесь дали. Scout тоже здесь. А, нет, кстати, Caterpillar, видите, и International DLC-шный, вот они, значит, этот Caterpillar тоже здесь на карте, то есть очень много машин. И вот еще Ford CLT 9000 тоже на карте. Так, ну это он и есть. И Don 71.
Ну и если учесть, что у нас еще там Яр и Тайга, то есть машин очень много дали. Кстати, Pacific надо посмотреть, что у нас полного привода нет, да? Ну-ка выведем, сейчас посмотрим, что он по... Так, здесь я уже ему дал что-то, шины они не только внедорожные. Но у него, видите, только... Ну, единственное, что бревна можно возить длинные. И высокое седло. Ну, я думаю, что вполне по этим дорогам пройдет. По бездорожью надо попробовать, как он без... Только на дифференциале. Не очень, конечно, не очень удачный вариант. Но посмотрим, подумаем. Ездить есть на чем. Так, ладно, ставим его на стоянку. Ну, давайте на сегодня завершим. Это вот такой краткий обзорный первый выезд, первое поручение, одно из первых, не считая сбора транспортных средств и доставки их в гараж. Карта мне очень понравилась. Надеюсь, что буду продолжать получать удовольствие от выполнения последующих заданий. Это канал «Покоритель бездорожья». Я Алексей. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.